2019 год для компании WePlay Railway был знаменательным в плане разработок. Создавая новые грани комфорта для вас, мы в первую очередь руководствовались тремя правилами. Не убей, живи каждый день как последний и законом Паретто. Могу вас заверить, мы не перетрудились. Нами была привлечена команда интернациональных ученых, которые несколько месяцев получали от нас зарплату и сыпали умными терминами по типу «интеграция» и «коммутировать». Когда на свет появился прототип, я проявил всю необходимую смекалку топ-менеджера, выключил свет и передислоцировал образец себе домой. Мы скоммутировали все имеющиеся у нас материалы асбеста и нержавейки и интегрировали весь наш интеллектуальный потенциал в реальность. Видите вот эту маленькую точку? И я нет. А ведь она могла бы быть там. Именно так мы и подумали про подстаканник, который переживет любую катастрофу, ну или, по крайней мере, вас. Твою мать. Превосходно.